Скачивайте переход. Thank you.
Не подскажете, эспрессо, сколько стоит эспрессо? Не помните? Посмотрите. Эспрессо? Ага. 500 рублей. Ага, спасибо. Здравствуйте, один эспрессо сможете мне сделать? Да, конечно. Вода понадобится? Нет, спасибо, с собой. С собой, да.
Мой, да, наверное. Спасибо.
уже спокойно тянул ходы, да. Thank you.
или просто так поменяли, там не нравится. И так уже много падений было.
Один эспрессо, будьте добры. Да, и все. Не-не, спасибо. Что? А где оплатить? О! Спасибо. Ну ладно, бог с ним. Спасибо. Хорошо. Сейчас мы пойдем.
Валим. Первый раз зашел здесь, посмотрю. Thank you.
ноге прилип, к ноге прилип.
Извините, это надо развернуть, цену посмотреть, да? Я правильно мыслю? Чтобы цену узнать. Что хотите? Вот это? Хочу цену узнать, да. Развернуть. Сейчас на что-нибудь есть скидка или на нет? На все, скидка 20% или 30%. То есть вне зависимости от цвета ценника, что называется? Не. Так, сейчас я посмотрю вам по сайту ее. Секундочку, одну. Ну, можно... Да, это... А, ну вот, собственно говоря, 20-20%. Ага. А, нет, тут совсем... Да, бюджет. Это архитектурные элементы. Видите, да. Без восстановления, без всего. Да, да. В этом и есть ценность их, конечно. Но... Да, да. Понятно, спасибо. Здесь получается полная стоимость, да?
Здрасте. Мы на самом деле просто ищем подарки. Это в коробке. Да, да, да. Просто это уже все. Мужчине 35-40 лет. Я не знаю, просто я видел ваш магазин, что было здесь много таких необычных вещей. Thank you.
Да, но эти купил такие. Что? Но они могут, ну, или один, потому что два, они разные совершенно. Она самая веселая здесь. Ну, картину с гусями. А вы не подскажете вот по поводу вот этой вещи, что это за вещь? В двух словах вы не можете мне сказать? А из какого? Нет, а из какого материала, я неправильно выразился? Это манго, да? Ага, хорошо, спасибо. Знаете, я этот крючок возьму. Единственное, я хотел, там еще один висит. А, и все, я не тороплюсь. Железнодорожный фонарь стоит. Да, да. Нет, нет. Смотри, вот это будет. А, он легкий, да? Можно тоже взять? Да. Пока у меня цена, я не увидел. 15 или сколько? 10. А, 10. 900. Значит, со скидкой будет, ну, минус 8 рублей. Да, 2000. Так, это 100 евро. Вот он получается. Ну, даже 80 евро. Подсветка, если там зажечь. Вот, давай. Да. Фонарь какой-нибудь. Слушайте, а вы в двух словах не можете вот об этой вещи что-то сказать? А это просто фасады. Я обратил внимание, что оно 108 да, стоит. Да, да, ну потому что они старинные. Да. И они там в Индии. Сколько приблизительно, плюс-минус, как вы считаете? Сколько, период, ну, времени какое-то. А, сложно сказать. Очень непонятно. Это более 100 лет или нет? Типа поставим его, это же. Сложно сказать, все равно, да? Мы же как декор. Нет, я понимаю, да. Я обратил внимание, что они 108. Там немножко подешевле есть, поэтому я подумал, может, какая-то особенность в них заложена. А там какие? Которые.
Ну, попроще. Ну, они побольше размером, но здесь с другой орнамент, ну, орнамент, мягко говоря, другой. Здесь животный орнамент. Там такой. Просто они. Это приходят там. Собачку тоже видели, да. Но у них сложно немножко иногда. Ну, у них там собака получилась похожа на утку, что они там даже Да, интересно. А тут львы, как львы. Ну да. К сожалению, не мой бюджет, но ладно. Зато я крючок сейчас приобрету. Если такие заинтересовали, мы можем насчет у директора нашего владельца, он завтра узнает насчет скидки, если хотите там что-нибудь предложить. Нет, я думаю, что меня не тянут. Потому что мы его спрашивали тоже, ну, это крутовато. Ну, вот, да, по сравнению с теми. Ну, там просто. Я сужу по объему. Он там сам ездит, закупает. Да, да, да. Они получились закупки. Да, я понимаю, да, я понимаю. Даже если 20%, ну, стандартно. Да, 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 да. Да, я понимаю, да. Хорошо. Там, кстати, посмотрели, да, как он открывается? Нет. Он будет сейчас я вышел. Ну, если что, значит, вот это отжимать, да? Можно поменять синее стекло, там красное. Либо просто мотор, обычный свет, там, да. Там керосинка, вон даже фитиль забыл. Там керосинка еще. Вот. Можно ее запускать. Соответственно, там раз, совпало отверстие. Фиксатор, все. Ну, а здесь вот это. Это мы разберем. Тоже разобрать. Да, там керосинка вынимается. Даже с пробкой там прямо все. Есть. Фитиль даже новый. Так что можно как такую лампаду где-нибудь интересно. Да. Что вы мне вынесете еще одну ручку? Мне это. Да, хорошо. Я пробую, я беру. Но мы их используем для фонарей. Вот эту вот. Мне главное, чтобы она была просто орнаментальная. Вот эта достаточно цветная, заметная. И вот эта, с моей точки зрения, мне так кажется. Но эти такие они почти, ну, не то чтобы монохромные, но. Ну вот, вот эту я думаю, хорошо? Угу. Хорошо. Вот. Да, это, по-моему, да. Да, 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 такой с пипочкой. Да, сейчас сделаем. Да, хорошо, спасибо. До свидания, все хорошо. Ручку и вот эту, как ее называют, крючок. Вы не посмотрите, здесь два крючка. А, вот я вижу, ценник там тоже есть. Я не увидел. Не увидел, что цена здесь. Она в одну или в разную? А, скажите, пожалуйста, вот я хочу крючок купить. Как вы, с вашей точки зрения, этот мне приобрести или этот? Ну, с точки зрения какой-то заметности, там, фактуры или что-то, я не знаю, как. Вот этот почетче вырезан. Вот этот, да, вот вроде он покрупнее, да. Там четче резьба идет. Здесь вот такая трещинка есть, это хорошо. Ну, это хорошо, да. Да, 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 да. Вот меня с этой точки зрения. И вот снизу тоже. Вон. А, тем более, да. Он, да. Такой, он с изъянчиком. С характером. Ага. Да. Да, так что. Я пытался, я не смог снять его. А, сейчас я его. Вот. Просто шляпка больше, чем. Ага. Спасибо. Извините, вы не могли бы мне что-нибудь сказать об этой вещи? Ну, в двух словах, если есть что сказать. Вот это тиковая. Угу. Ну, сама доска. Да. Старая. Да, это старая доска. Да.
Что? Ну, не, ну гвоздик, мало гвоздик. Ли интересно. Вы просто... Причем вот он кованый, вот они его загибают. Ага, да. Вот, хорошо. Они... Вторая жизнь досок. Угу. Они там старые берут, а все-таки ценная древесина. Это да. Из них делают... Я ценник уберу. Нет, я себе. Нет, ценник можете убрать, если хотите. Давай. А, да, ручку я одну уже в карман положил. Да, две, да. Две, вернее, в сумме две, а заодно... Да, ручка и крючок. Да, да, все верно. Угу. Пожалуйста, можете. Да, спасибо. Они же там эту мебель тоже старинную разбирают, бывает, или нет. Да, да. И окна, все потом идет. Все, что части крепкие остались. Я периодически заходил, но в тот момент мне не надо было. А сейчас надо, и немножко, ну, цена другая немножко сейчас стала в связи с этим курсом. А ручки где? Я уже взял. Они в кармане, да, лежат. А вот, да, вот это тоже, например, форма для кирпичей. Вот, да. Форма для кирпичей? А что это значит? Они просто кирпичи из, да. Ну, наверное, цемента. Либо глины, глины. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Все, я очень рад. То есть они все потом вторая жизнь ищут. Угу. Хорошо. Да. Спасибо большое. Все, всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Извините, а где с головой утки собака? А вот слева от нас. Если вы так... Приходили, вот стоит. А, господи боже. Да, что-то не то немножко. Ну что, получилось художник. Ага. А, я думал... То есть тут язык понятно, а вот больше на пятачок похоже, ну такая. Да-да-да, необычная вещь, действительно. Я имел в виду, кстати говоря, вот эти вот элементы, где они, господи. Вот, я на них хотел вам показать, потому что... ну, например, вот эта вещь 23 тысячи да, стоит. Ну, размер она побольше. Как правило, они порядок здесь такой просто был, орнамент, всегда, 20-30, да. Ну, а вот там примерно. 100, а вот поэтому львами, меня заинтересовало, видимо, почему 100. Вот с этими клыками, то что... Ну, это все-таки животные, видимо, можно, здесь ценность. Вот это тоже 23. А вот, ну, разные орнаменты. Все-таки животные, наверное, подороже идут в орнаменте. Фигуры, это я так полагаю. Факторов. Еще, наверное, смотря где, у кого. Ну да, да, в том числе. Как они, фасад здания, да, там тоже весь mm-hmm. разбирают и все. Да. Ну ладно, все. Все, спасибо, до свидания. Да.
Thank you.
Thank you.